мечей. Девиз: счастье и горе ездят на одних санях. Двойка мечей символизирует нерешительность. Что же нам делать? По какому пути мы должны идти? В этой карте происходит конфликт между разумом, мышлением, и сердцем, чувствами и эмоциями. Для того, чтобы лучше разобраться и понять, на каком отрезке жизненного пути мы находимся, нужно, чтобы сердце притянуло разум, руку помощи. Так как он не может двигаться в одиночку. Эта карта сообщает, что необходимо сбалансировать, увязать сердце и разум. Появление карты в раскладе означает, что прошлое время проверить качество ваших отношений. Выпадение двойки мечей может означать необходимость вашего вмешательства в ситуацию для достижения справедливости и понимания. Возможно, подвергнут сомнению вас образ мыслей. Вы столкнетесь с людьми, у которых иной взгляд на окружающие, и вы должны будете привыкнуть к другому мнению, отличному от вашего. Карта призывает научиться жить в мире гармонии с людьми, чей характер, образ жизни, убеждения и опыт всегда будет значительно отличаться от вашего. Частенько двойка мечей обозначает изменение первоначальных целей и предлагает вам встретиться на полпути с кем-то в решении вопросов. Обратите эту встречу себе на пользу. Найдите простое, доступное всем обоснование, чтобы работать вместе ради всеобщего интереса. Если вы оказались в спорной ситуации и вам трудно сохранять объективность, то можете пригласить арбитра со стороны, кого-то, чей разум и порядочность не вызывает у вас сомнения. Карта задает вопрос: хотели ли вы быть победителем или жить в мире и согласии? Может быть, лучше уступить потребностям и взглядам других, чем добиваться победы, которая прородит зависть, вражду, конкуренцию. С двойкой мечей вы окажетесь между двух огней в конфликтной ситуации. Карта также означает противоречие, нелегкую жизнь, затруднительное положение, но в то же время вам ничего не угрожает. Мечи в ее руках свидетельствуют о силе и власти. Закрытые глаза символизируют раздумье или же философское, юмористическое отношение к сложностям в жизни. Давайте пройдемся по аспектам аркана. События, значения, смысл аркана. Ситуации, когда человек охватывает сильные сомнения, неприятное положение, нерешительность, уверенность в дальнейших действиях, внутренний разлад. Цель, намерение и задача аркана. Достичь высшее познание. Восстановить мир. Обрести силу через страдания, оказать помощь слабым и угнетенным, отстоять свои позиции. Предостережение аркана. Не лезь на рожон, показать свою враждебность, излишние опасения и в результате ошибочные необдуманные действия. Чем наделенный обладает аркан? Противоречивостью, склонность к повторению стычек, бескорыстие, появление новых врагов, равновесие, твердость дает много пустяковых вопросов. Тайные советы и наставления. Проверь качество отношений с окружающими, привыкая к наличию разных мнений. Учись учиться жить в мире с людьми, чей характер, образ жизни, убеждения, опыт всегда будут отличны от вашего. Позитивный аспект аркана или аркан находится в прямом положении. Присмотрись к двум сторонам. Стремление к истине, баланс, равновесие, двойственность, перекресток, временное перемирие, поворотный момент в жизни, душевное умиротворение, сосредоточенность на внутренних состояниях. Негативные аспекты аркана или аркан находится в перевернутом положении.
И это игнорирование чувств, подавленность, не хочет замечать. Вина, двурушничество, борьба, нежелание выполнять обещания, потери, отсутствие взаимопонимания. В таком положении карта означает, что вы слишком компромиссны, возможно, увлеклись желанием сохранить мир и гармонию. Прекратите любые соглашательства и начните отстаивать свои права. Но если вам показалось, что это все трудно запомнить, смотрите мое следующее видео, которое будет называться «Тайна двойки мечей». Понравилось? Подпишись, поделись и до новых видео.